You know you want me. Успешный исполнитель в истории поп-музыки, который продал свыше 260 миллионов альбомов, и это не считая синглов. Обладатель 15 Грэмми. В 2009 году официально признан легендой Америки и иконой музыки. Это все, конечно же, Майкл Джексон. Ну, у нас сегодня в гостях двойник Майкла Джексона Станислав Хомков, пародист, артист и просто уникальный человек. Станислав, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Отдышались? Утро. Действительно доброе. Действительно, с такого танца начали, оно действительно доброе. Станислав, скажите, пожалуйста, почему именно Джексон? Ну, давайте с этого начнем. Ну, много ведь артистов и в нашей стране, и за рубежом, гениальных, интересных, которые также признаны иконами стиля, иконами, родоначальниками своего направления. Почему Джексон? Ну, я его вообще не слушал. Так. Я его начал слушать только в 11 классе, это был 2009 год, когда он умер. Я его послушал, мне понравилось, потом я увидел его концерты, клипы. И год просто, я не знаю, почему я его стал танцевать. А вот еще кого-то вы пародируете или нет, помимо Майкла Джексона? Да, есть Фредди Меркури, Стас Михайлов, угу. Верка Сердючка. А, вот... Все, это подождите, это сейчас все в одном человеке? Да. Удивительно. Хорошо, что вы сегодня не Сердючка. Станислав, скажите, пожалуйста, видно, что вы не похожи на Майкла Джексона, да. Как люди реагируют на это? Ну, верят они вам или нет, что вы Майкл Джексон? Да, реагируют по-разному. Некоторые даже не смотрят, когда выходишь. А некоторые так с таким интересом. О, как это он сейчас будет танцевать? Да вы что? Ну, а когда танцую, уже потом все кричат, свистят, хлопают, бегут фотографироваться. Ну, людям нравится. Сколько занимает по времени подготовка одного образа? Ну, то есть мы понимаем, что костюм делается на заказ, конечно. Да. Сколько в целом репетиционный процесс занимает времени? Ну, если так вот, это, как сказать, ну, 3 дня. 3 дня? Да, это надо посмотреть, это повадки все, так. Движения, как она смотрит. Как он смотрит. Станислав, что в принципе можно, любой человек может научиться чему угодно. Вы нас можете научить, ну раз вы в костюме Джексона, можете вы нас чему-то научить? Ну, танцу. Например, да. Например. Танцу, ну да, могу. Можете. Прямо сейчас, вот прямо здесь. Да. Все, Паша готов. Я никогда этого Станислав не делал. Станислав тоже, а я буду перчатки. Вам аплодировать. А перчатки обязательно? На какую руку? Вот так. Любой танец, дорогие друзья, начинается с перчатки, как выяснилось. Итак, перчатка Майкла Джексона есть? Ну, первое движение, самое легкое. Делаем вот так вот ноги. Вот так вот, хорошо. Так. И идем вперед. Анечка, прости. Хорошо тебе? Ничего страшного, да? Идем как раз очень хорошо. Куда рука? Куда рука? Рука вот так. Рука вот так. И как бы такой крест. Бац. Раз, два. Хорошо. И обратно. Вверх надо? Нет, надо вот так. Бац. Вниз и сюда. Вот так. Так. Потом идет левая рука в сторону. Левая рука в сторону. Да, и она вот так вот сгибается. Вот так, да. Сгибается. Ноги вот так вот чуть-чуть. Да, вот так. Слушай, удивительно. Да, и работает. Я хочу вам сказать, друзья, что это самая удобная поза в 2016 году. Да. Так? Поехали. Что делать? Куда? Вперед! Да, идем вперед. И все, и будет все замечательно. Теперь ногой, правой ногой, вот сейчас смотрите. Так. Вот тут вот как. Там в звук попасть надо. А, главное звук. Давайте еще раз попробуем, я понял. Я сел. Да, пошли, крест. Хорошо. И ногой когда? Сейчас можно уже. Отлично. Два, три. Хоп! Оп! Вот.
Спасибо, спасибо. Отдаю вашу волшебную перчатку. Но не забывай, пожалуйста, что три дня все-таки нужно будет, понимаешь? Три дня все-таки нужно репетировать плодотворно. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. С нами был двойник Майкла Джексона Станислав Хрумков. Ну а далее прогноз погоды на три дня.